На Нерчинской 42 благоустроят площадку рядом с домом уже этим летом, благодаря созданию ТОС. Активные местные жители уже несколько лет участвуют в конкурсе проектов и улучшают двор. Ранее были установлены камеры видеонаблюдения. Проект включает в себя обновление бельевой площадки. На сегодняшний день здесь площадка есть, но она на 90% не используется должным образом, поэтому приняли решение обновить данное пространство, обновить веревки и оставшуюся площадь использовать как зону отдыха. Небольшой сквер, поставить лавочки, урны, столик. В общем, создать комфортную, благоприятную среду для пребывания здесь населения. Для реализации такого проекта нужно, во-первых, желание жильцов, а затем установление границ территории и разработка проекта. В этом могут помочь в Центре гражданских инициатив. Конкурс проектов ТОСов реализуется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Напомним, в этом году во Владивостоке из 70 проектов отбор прошли 65. Это значит, что уже в этом году в городе появятся новые спортивные и детские площадки, камеры видеонаблюдения, скверы, парковочные зоны и дороги. Помогать с реализацией проектов будет городское управление развития общественных инициатив. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.